Привет всем! Вы на канале Beer и Game. А сегодня мы поиграем, пожалуй, с вами в Амнезию Призрак Прошлого. Продолжим играть и махать руками. Да, мы бошку оставили эту перекошенную. Блин, стрельнула в нас это... Как ее там называют? Там. Так, и мы в прошлой серии были в какой-то затопленной канализации, насколько я помню. Да, yes. Что это у нас там было затоплено? Так. Так, что это такое? Что это такое? Что это такое? Он что-то записал? Я лучше сюда свалю. Так, посмотрим, что он записал. Музыка началась страшная, и... Это существо разорвало решетку на воротах. Разорвало. Да. А мы, как в прошлой серии, по-моему, что-то там делали. Искали выход. Искали проход, скорее. Дверь я закрыла, да. Тут нас не долбанет. Так. Так, он сюда идет к нам. Адольф, ты Адольф. Присесть можешь? Да, думаю, может быть, присядем. Как-то выглядывать можно какой-то кнопкой. О. Все, это все, что он смог. Он увидел своего друга растерзанным и испугался. Ну, вроде он ушел. Странно, дверь цела. Или не цела, не понимаю. Все, свалил. А, дверь просто музыка, разорвал. Музыка идет, все страшное. Страшная музыка. Он увидел, как лежит друг, расчлененный. Да, сказал, ну нафиг, я пойду отсюда, да. А то меня тут тоже еще разорвет. Интересно, на него как-то тень влияет, он ее может как-то боится. Как думаете? Может быть, он просто сюда не зашел, потому что здесь тень. Он ее увидел. Да ну нафиг, сейчас меня тоже тут надо. Он же, по идее, тоже, наверное, какой-нибудь грешник. Который... Куда нам идти, где он решетку разорвал? Прямо, а вот... Вот здесь у нас была решетка. Вот здесь у нас было заперто, да. И мы сейчас гребем. Куда? В прямом смысле этого слова. Такое чувство. Вот куда, я не знаю. Так, он дышит. Блин, музик. Где-то ходит Адольф. Куда вот? И музыка идти? Вместе с ним. Может быть, он там где-то идет? Давай посмотрим. Постоим, послушаем и в штаны сходим. Может быть, его здесь и нигде и нет? Просто он где-то там перемещается? Хотя нет, музыка что-то увеличивается. Куда идти? Чего делать? Может, туда выгляни, туда. Какой там кнопкой выглядывать? Нас зажали в угол. Замуровали. Зажали в угол страшные звуки. Куда идти? Туда прямо или туда прямо? Ладно, если что, подохнем, значит, убежим. Тихо-тихо. Блин, я думал, что кто-то идет. Да, а, это вода шлепается. Если что, спрячемся за угол. Да, прикол в том, что абсолютно неизвестно, что делать. Давай за трубу прячься, если что. О, товарищ опиум, возьми камушек, да. На всякий случай. Да камушек нам не поможет, нам уже ничего не поможет в этой жизни. В этой жизни, да, нам ничего. Потише иди, потише. Куда идти только? Выглядываю, опять решетка. Так, еще одна решетка. Как будто какие-то мухи, что ли, такой звук. Мне напоминает какую-то стаю мух или ос.
О, вон он стоит, ё-моё! А чё он там стоит? Блин. Он не к нам случайно идет? Фу. Можешь взять камушек, а? Так, и что мы... Пульнуть, а он побежит. А мы оббежим. А куда мы оббежим, ты знаешь? А я не знаю, не знаю. Вот я тоже не знаю, куда бежать. А он там завис что-то. Он там что-то стоит, да, думает. Кусочек монстра. Может быть, бросить в него его друга? Нажри, сказать ему. Ох. Ты думаешь, так надо делать? Да так. А если... Блин, он там должен быть, да, за решеткой. Вот здесь он где-то. Да, он где-то здесь должен быть. Так, значит, нам это все надо оббегать, ты думаешь? Но его выманить, надо, он пойдет сюда, мы оббежим. По-любому, да, а что там? Нам больше-то и некуда идти больше. Давай попробуем. Камни не зря режем. Фу, я думал, он вышел уже. Где он там? Дольфушка. Бежал. Нет, не побежал. Надо было к нему туда зайти. Где он стоит, как... Нет, и, наверное, еще надо. Тут везде эта вода. Надо поближе подойти, в него и запульнуть вообще, наверное. Блин, вот он стоит, ё-моё! Так, понятно. Обалдеть, он слепой, что ли? Выманивать все, у меня уже тут сердце стучит. Так. Давай. Так, у меня сейчас бешено стучит сердце. Ох. Где он? Там же. Там же? Может, слушай, мы же его побежать? Чуть-чуть сдвинули, можешь пойти посмотреть. Да, он, кстати, уже сдвинут должен был быть. Вон нам туда, в ущелье. Он нас не туда, не пускал туда. Тихо, чуть-чуть. Нет, там его нет. Он стоит на месте. Думает. Побежим? Нет, потихонечку иди. Он там стоит, где-то там. Мне кажется, он где-то здесь. Нет. За углом. Посмотри, что там-то. А, ну все, беги, беги. Там бежать? Дверь. Да, там дверь. Ну посмотри, что там, посмотри. Ой, ребят, страшно-то как. Давай, чеши, там лестница, наверное. Да, бегу. Ну, беги. Тан-таран-тан-тан-таран. Все, понятно, мы его кам... Блин, бежит! Ёп! Давай, дуй, 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 дуй. Фу. Вот это был страх. Ну, он там был, по-любому. Игра просто жесть. Он за нами лезет и не лезет. Вроде не лезет. Он за нами прям бежал. Прям это, чайник опять этот. Так, выхода нет, давай. Выхода нет, такие воспоминания остаются с тобой навечно. Откуда ему было знать, что Генри рискнет показаться на дороге и даже войти в дом? Неужели, неужто он... Пекел. О, как страшно-то. Уф. Ой, где мы сейчас уже? Так, куда-то мы опять попали. Не поддается. Так, здесь у нас кровь какая-то. Здесь у нас что такое? Ой, завал, ну как какая-то. Берись, давай. Там тоже завал. Одна дверь. Так, а здесь вот проход. Опять какие-то цепи гремят.
забираем масло. Это что такое? Так, не работает. Что-то не так с механизмом. Ну а чего мы еще хотели? Чего мы ожидали еще? Что? Все тут будет работать? Пара рычагов на верхнем этаже не работают. Судя по всему, из-за каких-то неполадок в механизмах. Что-то там. Да. Ритуал, да? Я весь... А, вот это вот. Так. Подожди. Что мне осталось? Александр сказал, что выхода нет. Он спасает мою жизнь. Я не могу позволить себе споры. И начинаю лить кровь. Да, видимо, так все и было. Не работает что-то не так с механизмом. А зачем нам, в принципе, этот механизм? Ну, стоит он и стоит, пусть стоит дальше. Нам надо искать Александра. Что там у нас? А, тут мы... Нет, туда мы точно не пойдем. Там... Значит, сюда. Есть какие-то ходы, проходы. Рычит все время. Так, что здесь такое? Так, думаю, так будет немножко получше. Что это у нас тут такое? Куда-то мы спустились, опустились вниз. По ступенькам возьмем две трубицы. Понятно, пустота. Что такое? Что дальше? А Гриппа это какой-то там профессор или кто он такой? Что-то мы такое там. Так, сюда можно пройти как-нибудь? Не поддается. Она вообще как-то заблокирована, походу. Хорошая игра, вообще очень такая эффектная, я бы сказала, да. Очень отличная игра, вообще. О. Так, смотри, какой-то пленник у нас там висит. Угу. Надеюсь, он мертвый. Никто. Сейчас узнаем. Давай подойдем, посмотрим. О, он живой. Что-то рта у него, что ли, нет? Смотри, у него, походу, да, нижней челюсти нет. Выключатель надо потянуть. Какой? Вот эту что, штучку? Вот это что? Какой-то злой, да? Лицо какое-то злое.
Можешь фонарь выключить? Да, кстати. Помогает он ему, значит. Значит, он за нас. Так, для входа во внутреннее святилище нужна сфера. Осколки сферы валяются в камерах пыток. И чьем? Камеры пыток. Да, конечно. Так. Что? Так, еще одну запись сделал Даниэль. Умирающая гриппа ищет записку от человека по имени Иоганн Вейер. Значит, умирающий, но он, видимо, никак не умрет. Видимо, ему никак не умереть. Потому что... Так, еще подсказал нам, какие-то рычаги можно найти, чтобы что-то там... Да, не повезло ему. Поможем старичку, наверное. Поможем. Отсюда открыть дверь нельзя. Опять сделал какую-то запись. Прямо у нас день записей. Массивная дверь преграждает путь. Ущим. Так, вот туда можно пройти. Да? Я думаю, здесь монстров никаких не должно быть. Они же должны гриппу это не защищать, а наоборот, они же... Иначе они бы к нему тоже пристали, наверное. К нему-то они не будут. Что это такое? Какая-то комната. Маленькая. Квадратная, маленькая, да. Наверное, это и есть камеры пыток. Там пытали людей. Ну, тут кровь какая-то осталась. Это какая-то трубочка. Так, можно подняться наверх, но мы пока снизу все осмотрим. Что у нас здесь такое? Что-то упало. Что-то так, там воспоминания. Что-то такое. Ну ладно. Здесь мы, наверное, и закончим нашу серию амнезии. Подписывайтесь к нам на канал, вступайте в группу ВКонтакте, лайкайте, комментируйте. Пока. Пока.